Меня зовут Алина Кузина. Я снимаюсь в фильме «Пропуск в сказку». В этом фильме очень много интересного и познавательного. В этом фильме, можно сказать, история про девочку, которая нашла орлянский значок и переносится из Москвы в Орленок. Один. План давай. Угу. Я его сразу поранил. Ты, короче, берешь, смотришь по сторонам и резко бросаешь. Понятно? А, типа... Я поняла. В сторону, парни, в сторону. Шустрее, шустрее, шустрее. Мне холодно. И ты тоже уйди. Парни. Садитесь все. Положи на мизин. Один. Подняли, натянули. Погнали. Так, ее. Просто так смешно сделай. Блин, полезли, смотри. Мы снимаем, ребята. Давайте. Это я. Мы не вытаскиваемся. Ты что так? Ты все испортила. Ты что так сразу? Давай еще раз. Еще разок. Фу, еще разок. Отлично. Один. Пошла. Да не улыбайся, такой кадр был. Ну, господи, Алина. Ты сама себе хуже делаешь. Я еще знаю. Раз. Сергей, об отдарем. Отлично. Еще раз я заржала. Нет, да, не смейте. Можно тебе тут? Да. Такой красивый глазище. Дайте. Ну. Я не могу, я хочу. Ну давайте, солнце садится уже. Я не знаю. Я только что была в Москве. А сейчас я в каком-то другом месте. Ага, давай. Что делать надо? Нет, обратно. Три, два, один. Давайте. Алина! Алина! Моя фраза! Я первая фраза!